Дорогие друзья, я напоминаю, что мы находимся в ювелирном доме «Эстет» на открытии 15-го сезона недели моды в Москве. И здесь мужчина с цветком, что абсолютно неудивительно, потому что вокруг очень много красоты, очень много красивых женщин. А вы расскажите нам, пожалуйста, почему цветок в колбе, и, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Илья Платонов, я генеральный директор Oily Group и Premium Rose. Мы являемся спонсором данного этого великолепного мероприятия и представляем как раз розы. Розы в колбе – это настоящие живые розы, они прямиком из Эквадора. Они такие же прекрасные, как сегодняшние все наши дамы, все наши красавицы. И все-таки красота, она должна быть бесценна, да? Она должна быть вечна. И нам удалось остановить, так сказать, время, да, и наши розы, они живут 5 лет, и вы их можете просто более детально посмотреть на нашем инстаграм-канале премиум 2 нижних подчеркивания Rose, вот, и, собственно, как бы мы дарим частичку красоты в сегодняшний вечер. Мы очень рады, что мы присутствуем здесь среди всех замечательных гостей, звезд, ну вот, и в ювелирном доме «Эстет» это действительно очень круто. Вот эта вот роза может простоять как живая 5 лет? Да, это действительно живая роза, я хочу заметить, это не гербарий. В двух словах, если то на клеточном уровне в этой розе вода, она заменена или заменена, неважно, на раствор на основе глицерина. Тем самым цветок живет 5 лет и больше. Да, если вы будете держать его в колбе, наша роза простоит и больше, да, она простоит и 8 лет. Кстати, мы единственная компания, мы прямой дистрибьютор этих роз из Эквадора, и мы единственные, кто дает на каждую нашу розу гарантийный талон на бесплатную замену в течение 5 лет. По всей России доставка бесплатная. Послушайте, друзья, ну, по-моему, это так здорово. Я знаю, что многие женщины не любят розы по той причине, что они стоят очень мало. Буквально на следующий день, через 2 дня, они уже вянут, засыхают и все, но, по-моему, это как раз выход из положения, да, такую вот розочку, если подарить своей возлюбленной, то память сохранится на целых 5, а даже, может быть, и 8 лет. Да, это действительно очень уникальный подарок, он довольно новый, еще буквально 2 года назад, в 2016 году, об этих розах не знал никто в России, но фабрика, да, если правильно сказать, плантация в Эквадоре, которая выращивает их и стабилизирует, делает их уже 20 лет. Да, только через 20 лет до нас закатилась эта мода, это действительно очень круто. А главное, многие думают, вот я сейчас подарю и 5 лет не буду дарить. Но у нас очень много цветов разных, поэтому каждый год можно дарить разного цвета, разного формата, потому что есть маленький бутон, побольше бутон, огромный бутон King Size, поэтому на любой цвет и кошелек мы всегда вас ждем в нашем инстаграме Premium Rose или на сайте www.kids-mark.ru. Скажите, ну вот эта розочка, она может прожить только под куполом, а если его убрать, что с ней случится? Очень хороший вопрос, потому что многие спрашивают, это в вакууме? Нет, она может жить и без вакуума. Так как наша роза живет 5 лет, данный купол, он служит прежде всего защитой от пыли, потому что за этой розой не нужно ухаживать, ее не нужно поливать, не нужно как какие-то специальные условия, она вечная, да, поэтому многие называют вечная роза. В колбе просто создается микроклимат, потому что раствор на основе глицерина, он все равно назад замещается водой из атмосферы. И в колбе она просто простоит дольше, не 5, а 8, а может быть и 10 лет. Скажите, а целый букет можно вот так вот заглицеринить, как одну розочку? Да, можно. У нас есть композиция из 3, 5 роз и 7 роз. Естественно, все это в колбе, естественно, все это красиво. Плюс даже наши флористы делают так называемые альпийские горки из роз. Еще, кстати, у нас новый проект стартует. Кстати, вот к вам, как к девушке, я смотрю, без кольца. Вопрос будет такой. Вот у нас есть сейчас, запускается новый проект. Это стабилизированные букеты для невест. Просто моя жена хранила целых 2 года букет, который завял, ну и выглядел не так красиво. А это память, это свадебный букет. Вот если бы ваш букет жил бы 5 лет и не терял бы в красоте, вы бы его купили? Конечно. Нам тоже так кажется. Я бы попросила своего жениха заказать у вас этот букет, свадебный букет. У вас есть моя визиточка, а у кого нет моей визиточки, просто найдите меня в инстаграме. Меня зовут Илья Платонов, илья.платонов.official. Друзья, и все ваши проблемы относительно цветов будут решены.
спасибо вам большое за интервью. Я надеюсь, что после него у вас прибавится количество клиентов. Спасибо. Спасибо вам.